Так, Виномир Никандрович и Ярослав Юрьевич в нашей передаче «Путешествуем-шествуем». Рассказываем вкратце. Значит, дела наши вкратце нормально, мы добрались все наконец-то. Вот посидели в Чифане. Маша съела какую-то невкусную, точнее не доела порцию макаронов с ореховой пастой какой-то. Вообще устали, видите, вот по морде видно, что хочу в душ. Интернет хочу нормально. Вот. Ну а так, конечно, тренировочки желательные, чтобы вернулись. Это вот наш багаж. У нас всего четверо. Да, и мы его таскаем с собой по всему Китаю. С Пекина начинаем. Начиная с Киева. Нет, с Кировограда. Так что так, а сзади человек очень лихо лупит и прям чвякает. Прям.